S&P. Ну вот, обещанное 4700 есть. Что оно из себя представляет? Что оно из себя представляет? Значит, смотрите, вот эта третья волна. Вот это вот клин был. Соответствует вот этому. То есть вот это первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот. Значит, сколько нам еще этой гадости чертить? Как минимум одну, которая соответствует этой волне. Либо вот это, но это скорее вот это вот ABC, плоская коррекция. То есть нам как минимум нужно вот это, сейчас будем чертить четверку, мы ее чертим уже, которая соответствует вот этой волне. Вывод, верхи, возможно, поставлены, но обязательно будет тестировать этих верхов, возможно, перебьем. Значит, если перекрутить на пятиминутки, что мы здесь видим? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, клин. Дальше. A, B, C. То есть A, B, C. Похоже, коррекцию к падению мы завершили. И сейчас начинаем новую волну падения. То есть как минимум A, B, C. Сейчас у них там еще праздники, короткие дни, бла-бла-бла. Как раз мы вот туда можем вылететь. И закончим как раз там рисовать четверку. Не думаю, что она будет очень глубокой. Ну, я не знаю, может, 4600 сделаем вот так вот, но не больше. И потом будет последний заход в этой пятой волне на верхи. Вопрос в том, закончится на этом вся вот эта пятая волна, последняя, или нет? Или это всего лишь первая в пятой? Потому что если это первая в пятой, то дальше там идут цели уже 5200, 5300 в том диапазоне. Ну, еще раз, это вот станет, я думаю, ясно уже до конца января месяца, потому что нужно сделать низы, нужно сделать еще пятую волну, куда она дойдет, как она дойдет, бла-бла-бла. Но могу сказать одно, что на месячных индикаторах, в том числе на Advanced Decline, формируются страшные дивергенции, которых не было в августе. На пиках в августе. Сейчас эти дивергенции уже сформировались и формируются. И все выглядит и очень, и очень, и очень, и очень, и очень медвежье. Но, по крайней мере, скажем так, если меня спросите, будет ли ралли Санта-Клауса, я могу честно сказать, да, будет. Продлится, я думаю, до Нового года. Это ралли будет пятой волной. Вопрос остается один. Это вот все движение. Это вся пятая. Последняя такая роковая, конечная, все пипец. Либо это всего лишь первая волна, вот в пятой волне, которая началась отсюда. Ответ пока на этот вопрос нет, потому что цель мы сделали, большую цель 4700 мы сделали. Дальше идут расширения уже, ну, хорошо вверху. Поэтому, ну, на ближний срок, что мы в декабре встречаемся, уже станет ясно. Может, даже к тому времени снова будем сидеть на 4700, когда там будем встречаться перед Новым годом. Может, даже уже выше, как раз будет идти ралли Санта-Клаус, так называемое.